Юные жители Ненецкого округа отправились в Артек. Дети, добившиеся успехов в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности, будут отдыхать на Черноморском побережье и получать новые знания. Подробности в сюжете Василия Хатанзийского. Ученица 11 класса Елизавета Панова уже не раз выезжала в различные детские центры, но в Артек она отправляется впервые. Каждый раз активный отдых для школьницы приносит много положительных впечатлений. Мне очень нравится, потому что ты заводишь новых друзей, новые компании, также ты получаешь много новых знаний, потому что проходит очень много интересных разных занятий, например, походы или различные задания по вязке узлов и так далее. Из Ненецкого округа в Артек отправились 5 ребят. Один из них – Егор Пунанов. Мальчик также активно участвует в общественной деятельности. Отправляясь в Артек, Егор, помимо интересного отдыха этим летом, хочет расширить свои навыки игры на баяне. Я взял ноты, чтобы потом после Артека поехать к бабушке, у которой есть баян, и играть. Несмотря на радостные лица детей, родители ребят все равно волнуются, а также надеются, что их дети проведут время классно и с пользой. Настроение у нас хорошее, ждем от лагеря только хороших впечатлений. Есть волнение, потому что мы в первый раз отправляем сына. Поездка школьников на Черноморское побережье реализуется в рамках мероприятий государственной программы, нацеленной на организацию отдыха в климатически благоприятных регионах России для детей, проживающих в арктических субъектах. Мы командировали в Артек 5 детей. Дети, которые проживают на территории округа и которые поедут в один из лучших центров развития детей Артек. Это первый шаг, впервые вот такое мероприятие проходит. И нам очень важно о том, что максимально использовать возможности федерального бюджета. Эту задачу ставит перед нами и губернатор, перед сенатором, поэтому то, что сейчас дети отдохнут в первой смене в Артеке, это очень хороший и положительный шаг в этой работе. На сегодняшний день региону выделены 20 путевок в Всероссийский детский центр «Океан», 52 путевки в центр «Смена» и 10 в Артек. Кроме того, дети поедут в «Орленок». Василий Хатанзийский, Вадим Стасюк, телеканал «Север».